Я не отвечаю, а где смотришь? Нет. Всегда интересно, откуда народ находит стримы. Да, вот в чате написали, Патрик взял. Джи-джи. Рип! Чё, дота? Не, время покушать сначала, а потом уже дота. Lightning Thorns все-таки. Говорил про них, а первого чувака не увидел. На рипинг первый. Нашел? Нашел Lightning Thorns, да. Меньше ладно, секунд. Ладно, смотрю. Меньше секунды заняло. Ну прям я рад, что мы в Рок в доту поиграем. Хорош. Дождался меня, главное. Рипинг первый. Ну ладно. Блин, о, нормально. Прикольно, как-то прям быстро. Слушай, как-то, наверное. Я надеюсь на то, что придет мужик вот этот вот, вот который пришел как раз. Я его увижу, я пойму, что там дальше босс, и я начну аккуратно бегать, уже смотреть на эти Lightning Thorns. А я шел-шел, и я думал, что я еще полкарты даже не пробежал, а вот так вот. Ладно, пепперони. Вот. Чара можно будет оставить, можно будет попробовать на Азире сходить потренироваться, надо быть на стандарте. Если кто-то играет на стандарте, можно будет накупить там этих... А, ну там столько каренси, что можно будет действительно все купить. Ну ты такой шел, рассуждал, что об мобов не надо тереться, а сам лицом что-то у них это самое. Да, хайлайт надо быть нарез. Ладно, друзья, на этом пас фигзал тогда заканчиваем. Вот. Вечерком, возможно, через пару часиков будет дотаст, но сперва надо покушать сходить и как-то подготовиться морально к доте. Вот так. Ну и, наверное, до следующих лиг тогда, то есть, как-то я и говорил уже неоднократно, что чар сдохнет, на этом будем заканчивать. То есть, возможно, я запущу, точнее, невозможно, а запущу его потом, посмотрю, как он будет. Возможно, даже в следующей лиге посмотрю, как он с Азири будет работать, то есть, где-то ближе к весне. Вот, пока что уже не особо интересно. Точнее, не то, что не особо интересно. Интересно, как работает сам энкаунтер, но учитывая, что играть я дальше буду в следующей лиге, в настоящем патче смотреть смысла особого нет. Все, друзья, спасибо, до свидания. Я где-то патфик взял. Так, ну ладно. Так, ты это... Тебя понимаешь, у тебя там почти ничего нет, но ты скинь что-нибудь.